Более 10 500 подарочных наборов для новорожденных получили семьи Тверской области с момента начала реализации в регионе национального проекта «Демография». Первые коробки с полезными принадлежностями были вручены в начале октября прошлого года. Наш корреспондент узнал, что включает в себя презент, а также выслушал мнение опытной мамы, которая уже, что называется, на практике испробовала содержимое подарочной коробки. Тебе понравились подарки? Понравились? Понравились. Анастасия Волокитина – многодетная мать. Четвертый ребенок, сын Платон, родился в начале августа. Мама признается, что большая синяя коробка – не только приятный, но и крайне полезный подарок. Общая стоимость подарка – порядка 10 000 рублей. Когда супруг вынес эту коробку, она была вот такая, где-то ее еле нес. И неудивительно, подарок оказался весомым и в прямом, и в переносном смысле. Он содержит в себе около 50 наименований предметов. Это памперсы, салфетки, погремушки, набор одежды и многое другое. Там была одежда, бодики, ползунки. Все такого нейтрального цвета подходит как и мальчикам, так и девочкам. Мы всем пользуемся. Для многодетной семьи очень такое хорошее подспорье. Так что огромное спасибо за подарок. Нам все пригодилось. С наступлением холодов пришло время испробовать на деле теплый комбинезон. Анастасия говорит, что он оказался теплым и удобным. Разве что пока большеват, но ведь груднички растут не по дням, а по часам. Показать дракошку тут. Анастасия отмечает, что порадовало ее не только количество вещей, но и их качество. Стоит отметить, что среди предметов и есть те, которые произведены в Тверской области. Например, детская одежда изготовлена в Вышнем Волочке. Хорошо пошита из качественных материалов. Опытная мама также поделилась своим мнением, какие предметы еще могут быть полезны. Я бы добавила бы градусник электронный. Присыпки вроде бы не было, присыпку добавила бы. Наверное, бы я не стала бы класть распашонки, они неудобные. Все-таки сейчас современные комбинезончики, они более удобные. Мы им не пользовались. И, наверное, бы одежду чуть поменьше. Что именно должно быть в подарочном наборе, решали сами жительницы Твери, приняв участие в вопросах в социальных сетях. Первые презенты начали выручать с 1 октября 2019 года. Тогда началась реализация нацпроекта «Демография» при поддержке губернатора. Наша главная задача – это забота о семьях, материнстве и детстве. На Тверской земле ведется большая работа по укреплению семейных ценностей. Это залог уверенного будущего края и благополучия всей страны, считает глава региона Игорь Руденя. Более чем за год презента получили 10 526 семей. Подарочный набор выдается в органах ЗАГС Тверской области при государственной регистрации рождения ребенка. Если государственная регистрация рождения ребенка осуществлена в срок до достижения ребенка 3 месяца, а также в отделениях по работе с семьей и детьми государственных бюджетных учреждений «Мой семейный центр» по месту жительства заявителя. Также, если в родильном доме или перинатальном центре есть регистратор, то подарок можно получить и там. В случае, если в семье родились двойняшки или близняшки, синих коробок будет уже 2 на каждого малыша. Программа будет рассчитана до 2025 года.